В воскресенье для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось голосование на первых в истории прямых президентских выборах. По данным Высшей избирательной комиссии Турции, из-за технических проблем зарегистрироваться смогли лишь 179 тысяч человек, чуть более 6% из всех, обладающих правом голоса. «Я бы хотел, чтобы турецкие власти больше заботились о нас и помогали нам. Они могли бы открыть министерство для граждан Турции, проживающих за рубежом». Турецкая диаспора в Германии – самая многочисленная. Здесь также смогли проголосовать только чуть более 6%. В минувшем мае в Кёльне встреча премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана со сторонниками партии «Справедливости и развития» прошла на фоне массовой акции протеста. Немецкий политик Джем Оздемир – сын турецких иммигрантов. Сегодня он сопредседатель партии «Зеленых». Он говорит, когда лидер Турции приезжает в Германию и своими заявлениями вносит раскол в диаспору, то мы опасаемся, что это может привести к конфликту между сторонниками и противниками партии «Справедливости и развития». А мы хотим, чтобы люди здесь жили мирно. Из Берлина передает корреспондент Евроньюс Низахат Севим. Бюллетени проголосовавших уже отправлены в Турцию. А здесь, в Берлине, жители района, который называют «маленьким Стамбулом», надеются, что Анкара не забудет и поддержит их. Низахат Севим, Берлин, Евроньюс.